У команды хороший настрой после победы в первом матче. Если и сегодня выиграют, будет положено хорошее начало чемпионата. И наш матч начинается. Нет, не дошел этот пас до адреса. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Модрич. Мяч за боковой линией. Бускетс, Бургас. Грамотный пас, все по делу. Ба. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Да Сильва. Модрич. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Бускетс, Бургас. Эриксон. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Гутьеррес. Увидел открывание впереди, делает передачу. Сбрасывает мяч. Ставь, ставь, не имеешь права. А вот это пенальти. И если сейчас забивает команда, очень вероятно, что и матч выиграет. И тут очень важна выдержка, причем с обеих сторон. Берет пенальти. Свисток арбитра угловой. Самое скопление игроков, угловой подан. Выбит мяч из штрафной. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Это угловой удар. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Скидка опасна, может быть. Атака продолжится через фланг. Ну и как такому противостоять? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Эриксон. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Можно забивать. Великолепно сыграл защитник. Модрич. Неплохой заброс вперед. Да Сильва. Потери и мяч у соперника. Санчес. Такие передачи придают атакам остроты. Можно подавать тут. На трибуну отправил мяч защитник.
Конечно, вратарь должен выйти и забрать этот мяч. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Бар. Подавай! Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Опасно! У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Подали мяч с углового в центр штрафной. И выносится мяч из штрафной. Эрисон. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Эриксон. Ба. Туш Сантуш Авейву. Откровенно плохо сыграно в обороне. Ошибка в пользу атаки. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? Многообещающе выглядела эта контратака, но в итоге быстро все сошло на нет. Туш Сантуш Авейру. Хороший пас на ход. Есть адрес у этой передачи. Бить можно и забивать! Вратаря этот мяч не доходит благодаря героическим усилиям защитника. Туш Сантуш Авейру. Санчес. Все верно, края надо чаще задействовать. Браво. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Гутьеррес. Мяч потерян. Отличный перехват. Хорошо увидел партнера впереди. Немного сзади есть игрок. На него идет навес. Не стал мяч ловить вратарь, кулаками его выбивает. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Есть шанс выйти вперед! Есть первый гол в этой игре! Хороший гол! Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч. Заканчивается первый тайм. 1-0. Напомню, что удалил арбитр игрока по ходу первого. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. И у соперника теперь мяч. Гутьеррес. Он с мячом опродал. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают, и снова ничья на табло. Все только начинается. После ответного мяча у нас 1-1. Туш Сантуш Авейру. Судья видел нарушение, пока штрафной будет. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную.
Ну, грузи в штрафную. И открывается партнер под атаку. Не смог сохранить мяч в игре в этом эпизоде. Защитник постарался. Вот это пас прекрасный. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Эриксон. Грамотный пас, все по делу. Не получилось. Хотел он сместить акцент атаки, но соперник перехватил мяч. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до... Увидел открывание впереди, делает передачу. Это угловой удар. Давайте смотреть еще раз, как команде удалось сравнять счет. Мяч летит в центр штрафной. Отличная игра вратаря. Так и надо действовать на угловых. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Эриксон. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Бар. Браво. Как же здорово он играет в пас. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Бам. Душ Сантуш Авейру. Модрич. Хорошо мяч перехватили в атаке. Сако. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Браво. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Эриксон. Браво. Арбитр назначает штрафной. Вот так пока отделался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. В штрафную мяч подает он. Хороший вынос мяча из штрафной. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Штрафной удар. Отсюда можно и пробить. Отличная у него есть возможность, чтобы вывести команду вперед. Пас на ход партнером. Забивают они. И теперь, конечно, преимущество на их стороне. И все-таки они молодцы, сумели забить, играя в меньшинстве. Да, если так и пойдет дальше, то сегодня мы можем стать свидетелями настоящей сенсации. Игра возобновляется, счет уже 2-1. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Нет, не дошел этот пас до адреса. Эриксон. Мяч перешел к другой команде.
Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. 9 минут играть в основном времени этого матча. Санчес. Атака продолжится через фланг. Эриксон. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Сохраняется разрыв в один мяч. Дает вратарь еще шанс своей команде вытащить хотя бы ничью в этой встрече. Это аут. Осталось играть 5 минут. Команды разделяют один гол. Модрич. И вот результат активного прессинга. Мяч уже у соперника. Гутьеррес. Громко сейчас на трибунах. Гонят болельщики вперед свою команду. Судья позволяет продолжить атаку. Хорошо мяч перехватили в атаке. Вратарь играет надежно, отправляя мяч подальше от ворот. Судья решил добавить 3 минуты. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Неплохо, оставалось только забить. Все было в руках игрока, но и еще раз но. Игрок вполне мог сейчас отличиться, но, видимо, не чувствовал в себе уверенности, когда наносил этот удар. Финальный свисток. Это вторая победа подряд. Клуб действительно на подъеме. Скоро узнаем, смогут ли они сохранить форму.